помощь. А мы уже готовим встречать следующую команду. И следующая команда ОДИ. Готовы? Прошло столько лет, а люди все еще ничего не знают о этом мире. Такое все-таки упущение, что в их мире наша только история, но сама человек. А ведь у царя Григорьева было целых 7 детей, 7 русалок, победителей из океанов, морей и рек. Все их племена начинали с самых хайпа, а это победительница морских штормов. А реально, хозяйка чистых пещерных пляжей. Амина, ответственная за каналы Григорьева. И до своих теплых океанических течений. Алекса, победительница на сильный год. Оуэн, специалист по сезонной миграции воды. И Алина, которая просто хотела получить новое, чтобы выучить новый танец.
выступали ОТИ! Поклон, поклон, поклон. Спасибо, девочки, бусинки нам оставили своих.